Сегодня хочу рассказать про две очень хорошие квартиры, которые у нас появились. Это проект Peninsula. Про него уже очень много я рассказывал. Ну, вкратце, буквально два слова, что это район в центре города, Business Bay, до Downtown 20 минут, 15 минут до метро, полуостров на канале, который сильно-сильно будет выигрывать на аренде, на перепродаже, на всем. Он полностью уже практически распродан от застройщика, там остается буквально несколько квартир, не очень интересно. И вот появилось два ресейла, две перепродажи. Вот этот остров на видео увидите. Я начну с самого интересного, с моей точки зрения. Да, еще вот эту схемку покажу, она редкая довольно-таки. Тут можно посмотреть, сколько в проценте от общей площади будет каких видов юнитов. 76% это квартирные дома, но также вы видите, что также будут виллы. Вот. Но то, что вот многие забывают, что тут будет кинотеатр, тут будет ритейл, торговый центр. Офисы – это в более поздних планах. Где-то есть офис здесь. Офис. Это в более поздних планах. Это Select вообще сюда головной офис переносит в этот проект. Select Group – британский застройщик, который делает этот проект. Так что это такое будет комбинированное мастер-комьюнити небольшого размера в самом центре города. С ним может сравниться только сам даунтаун, первая линия от парка, по сути дела. Потому что здесь парки, игральные площадки. В общем, кому надо больше информации, обращайтесь. Но давайте посмотрим, какие же это квартиры. Значит, вкратце варианты выглядят вот так. Я начну с более интересного, с третьей Peninsula, потому что она изначально дороже. Вот, но здесь они примерно в одну цену, несмотря на то, что чем, значит, 6 башен, да, Peninsula 1, 2, 3, 4, 5, там, и шестая, там, Jumeirah Living Business Bay называется. Вот, то есть это чем больше цифра, тем они как бы дороже, престижнее там, и так далее. И тем больше, дольше у них сдача. Вот, то есть я начну с третьей. Она 985 тысяч дирхам. Это студия 40 квадратов, 40 с половиной. 269 тысяч долларов. Половину надо будет сейчас внести, половину на получение ключей в 25-м году. То есть 2 года подождать. Но эта башня, она сильно выделяется со всей Peninsula. Ну, то есть она первая линия воды. И тут торцевой такой юнит. Вот тут в торце здания. Он довольно-таки неплох, скажем так, за эту цену. Он даже очень интересный, можно сказать. То есть у него вот сюда будет вид на воду, а вот сюда даже, ну, на Бурдж-Халифу, по сути. У нас высокие этажи у обоих студий, у этих вариантов. Какие именно, я могу сказать, личное сообщение, это связано, там не буду останавливаться еще. Вот, и тут по третьей Peninsula, тут прям огромная зона коммерции, тут парки, бульвары. Вот этот уголочек такой зеленый, там на мастер-плане его видно. Сейчас. Вот башня прям... Башня вот прям вот здесь стоит. То есть вот прям вот возле этой вот лужайки. Вот, и вообще Peninsula 3, она выше как бы класс здания, как они позиционируют бизнес-класс плюс. Вот, то есть вот она стоит. Вот тут на лужайке люди будут выходить, сидеть, отдыхать. И вот здесь этот юнит, он и на воду будет, и в сторону Бурдж-Халифы. Хороший юнит, очень. Вот. Вообще, три квартиры у этого было владельца. Одна не дожила до этого видео. Так, планировку давайте глянем. Ну, стандартная студия, тут ничего особенного. Балкон. Балкон, кровать, кухня. Вот. Это был... Значит, в третий вот планировка. Все-таки вот так. Ну, то есть, можно сказать, что не очень похожи. Тут сбоку балкон, тут вот так. То есть, тут балкон в сторону канала. Был первый вариант,
Еще у меня есть вот эта студия. Это все я вам пришлю. Просто для меня важно саму суть, да, объяснить на этом видео. Вот, и тут тоже торцевая первая башня. Сейчас я покажу, где это на схеме. Вот, то есть это вот, вот здесь. Это квартира, у нее вот здесь. Это низкоэтажное здание, 6 этажей, и она сильно выше 20 этажа. То есть у нее, вот она здесь, у нее вид на канал, и поверх этого здания тоже канал. Вот, тут тоже такие как бы зеленые зоны есть, вот, например, камин, все. Это бассейн самой башни. Вот, а тут еще есть бульвар. Вот, а здесь вот третья стоит. Это старый план. Третья вот так стоит, наискосок. Вот, тут торговый центр. Это офис селекта головной. Ну, первое, какое преимущество? Она сдается в 24-м. То есть раньше на год. Официальная дата там 30 сентября в контрактах проставлена. У меня также вид на канал. Но третья интереснее, я признаюсь честно. Почему? Потому что у них разные были original price. Вот это покупали люди. Там наценка, по-моему, 100 тысяч всего. То есть они же еще DLD платили там, то все. Переставляли деньги, процент платили. В общем, это вот очень близко к original price третья. И первая просто очень хорошая цена, 970 за 2 сильно выше 20 этажа. Не могу говорить этаж, только в личном сообщении пишите. Я все расскажу. Спасибо за внимание. Вот эти студии, я считаю, это лучше. Бизнес Бэй сейчас есть. И у меня есть и Демак Приве, дом. И что еще у нас есть? Такого бизнес-бэй. Бизнес-бэй — это вот этот район Ренатантана, вы понимаете. То есть вот эта сторона бизнес-бэй сильно лучше вот этой по аренде. Ну, тоже не все дома, но так в среднем по больнице, да. То есть вот это более престижная считается сторона. Вот. Ну что, вот с чем можно сравнить? С домак Мэйсон Приве. Вот. Но если вот сейчас под инвестицию, то здесь она еще прирастет. Домак Мэйсон Приве ему уже 4 года, 19-го. Года. Дом тоже очень хороший дом. Если вы любитель Домак Мэйсон линейки, обращайтесь. Тут кафе новое сейчас открылось. Супер вариант. Но просто Пенинсула — это такой мастер комьюнити, оно будет у него выигрывать. Ой. С чем еще можно сравнить Пенинсулу? Ну, давайте с Зада Тауэр сравним. Зада Тауэр. Вот. Ну вот здесь у меня есть, например, низкие этажи. Ну вот представьте, что вы будете ближайшие несколько лет, ваш арендатор будет смотреть на стройку, по какой цене он согласится жить. То есть здесь будет стройка в ближайшие годы, чек тауэр того же Домака. Здесь вид в никуда, здесь вид на дорогу. Здесь стройка, здесь стройка. Но я просто к чему, там цены как раз таки 900-950 тысяч, как вот эта студия. Но эта студия, это будет супер лучше. У него соседи, тут там не яд, у него здесь метро, бизнес-бэй. До даунтауна, до бульвара, до вехи, ну, то есть вот здесь 15 минут. Супер вариант. Кто понимает, пишите. Кто хочет больше информации, тоже пишите. Я вам постараюсь донести, может быть, табличку еще прикреплю к видео. Расчеты ROI. Получается где-то 8-19 у меня. Если брать за миллион, то ROI получается 8-19%. Вот, а здесь еще дешевле, то есть здесь еще интереснее. Хорошо. Всем спасибо за внимание. Хорошего всем дня. Обращайтесь. И всего хорошего.